степной столице прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Участие в ней приняли более 60 родителей выпускников, а также заместитель главы администрации города Дмитрий Довгополов и начальник столичного управления образования Арслан Эрендженов. Для сдающих госэкзамен по предмету «Русский язык» было подготовлено два пункта сдачи. За 40 минут родителям предстояло решить тестовое и творческое задание. Судя по тому, что говорят родители, выходящие из аудитории после завершения экзамена, я думаю, что экзамен для них был несложным. Они увидели всю процедуру проведения экзамена, начиная от запуска в пункт проведения экзамена, прошли так же, как и обучающиеся, через рамку металлодетектора. Далее они прошли в аудитории по распределению. И, конечно же, они увидели, как происходит печать экзаменационных материалов в аудитории. Также они увидели, как происходит раздача материалов и увидели, как выглядят контрольно-измерительные материалы. Я думаю, что то, что выражали мнение, какие выражали родители, что задания были несложные, выполнимы, что процедура в целом несложная, я думаю, что это их несколько успокоило. И вот эта акция всероссийская «Сдаем вместе ЕГЭ с родителями», она проводится в Российской Федерации уже в 7-й раз. В 23-м году это уже 7-й раз, когда проводится данная акция. И я думаю, что эта акция, которая инициирована Рособорнадзором, направленная на снижение психологической напряженности, направленная на то, чтобы показать всю процедуру единого государственного экзамена, она сегодня родителям действительно помогла и показала, что единый государственный экзамен – это действительно та процедура, которая не так страшна, как им казалось. Педагоги, администраторы были очень доброжелательны, все информированы, прекрасно донесли информацию, как проходит экзамен, о чем не стоит волноваться. Такие акции помогают ознакомиться с процессом, также, возможно, развеять какие-то ненужные страхи. В целом, экзамен ЕГЭ происходит, за исключением каких-то административных вопросов, достаточно спокойно и грамотно.